Проклятие. Боже мой. Мисс, вам нужна помощь? Да, у меня машина сломалась. Неудачно я выбрал погоду для того, чтобы застрять на дороге. Я бы с удовольствием помог вам, но я не разбираюсь в машинах. Хотите, садитесь ко мне, обогрейтесь, а я позвоню, вызову вам механика. Спасибо. Хорошая тачка. Спасибо. Оденьте вот это. Спасибо. Я не хотела вас смущать. Я не смущен. Вы знаете, по правде сказать, я не думаю, что в такое позднее время открыт какой-нибудь гараж. Хотите, я отвезу вас домой? А вы согласитесь поехать на другой конец города? Я живу там. Проклятье. Вы не знаете, тут есть какой-нибудь автобус? Знаю. Последний ушел несколько часов назад. Сегодня явно не ваша ночь. Да уж. Тут есть недалеко гостиница. Хотите, я позвоню, закажу вам номер? Нет. Нет. Я не могу это себе позволить. Да ладно, спасибо за помощь. Я посплю сегодня в машине, а утром что-нибудь придумаю. Нет, послушайте. Вы только ничего обо мне не подумайте. Но у меня довольно большой дом. Я буду только благодарен за компанию. Вы уверены? Да. Абсолютно уверен. Ну ладно. Меня зовут Роджер. А тебя? Норма. Норма. Are you kidding me? Ты что, шутишь? Нет. Невероятно. Послушай вот это. Ну и что? Удивительно. Это Норма, священница друидов. Одна из самых великих опер в мире. Опера? Раз в неделю я выбираюсь в город, пью красное вино, слушаю оперу и рыдаю. Это очень грустная опера. Зачем мы здесь остановились? Я хочу кое-что купить к ужину. Ты любишь устриц? Не знаю, никогда не пробовала. Тебе понравится. Я сейчас вернусь. Где ты говоришь, угнали этот грузовик? В 5 милях отсюда, вниз по дороге. Роджер, прости, что я оставила на автоответчике такую глупость. Я согласна, давай встретимся. Роджер, скажи что-нибудь. Прости, дорогая, это не Роджер. Это Норма, священница друидов. Кто это? Сукин сын. Отлично. Черт. Согрелась? Да, начинаю согреваться. Этим топором во время французской революции отрубали головы. Правда? Можно потрогать? Конечно. Видишь зарубки на рукоятке? 15. По одной зарубке на каждую отрубленную голову. Это что, правда? Насколько я знаю, это простой топор. Я унаследовал его и свой бизнес от моей матери. По ее философии, необходимо каждую вещь сопровождать историей. Тогда возрастает цена. Вот моя мама. Красивая у тебя мама. Очень.
А почему бы тебе не подняться наверх? Там есть спальня, ванная, ты сможешь переодеться, принять душ. Там в шкафу есть платье. Родж, ты женат? Платья принадлежали женщине, которая больше не является частью моей жизни. Твоей девушке? Я бы не хотел говорить об этих отношениях. Самое главное, все это кончено. Больше не является частью его жизни. С каких пор? 2 часа назад? Боже мой, да от него до сих пор духами пахнет. Мужчины. Или они обманывают тебя, или ради тебя обманывают кого-нибудь другого. Со мной это не пройдет. Тебя, мой друг, ждет большой сюрприз. В самый раз, да? Да. Если бы ты в этом платье была хоть чуть-чуть красивее, это было бы просто невыносимо. Но это еще не все. Что ты делаешь? Хочу сделать приятное своей гости. Отвернись. Сюрприз? Люблю сюрпризы. Намекни. Когда-то это принадлежало Катерине, русской княгине. И это очень недешевая вещь. Можно посмотреть? Конечно. Как красиво. Красота достойна красивых вещей. Ужин готов. Зачем ты украл этот грузовик? Ты ведь украла его. Я никому не скажу. Какое мне дело? Тогда зачем ты спрашиваешь? Если ты не хочешь говорить мне правду, я пойму это. Не говори мне, что ты любишь всегда быть лидером. Ты же сам говорил, что тебе нравятся сильные, сексуальные женщины. Да, но откуда мне знать, что ты не свяжешь меня и не ограбишь потом? Может быть, даже глотку мне перережешь? Откуда я знаю, кто ты? А откуда мне знать, что ты не вышвырнешь меня пудру? Я бы этого не сделал. Может быть, просто займемся любовью? Конечно, займемся. Я только не хочу, чтобы ты трогал меня, пока я не буду готова к этому. Боюсь, я не смогу ждать так долго. Сможешь. Тебе только надо довериться мне. Я ведь доверилась тебе. Тебе не кажется, что доверие — это очень сексуально? Тихо, что это? Что? Там внизу кто-то есть. Жди здесь. На двоих, шампанское на двоих и моя губная помада на бокале. Затащил себе в постель какую-то шлюху? Тебе надо уйти. Она может быть очень опасной. Я тоже. Прошу тебя, у нас нет времени, уходи. Не трогай меня. Да оставь же ты меня. Уходи через балкон. Ублюдок. Где она? Или мне сделать с ней, как с предыдущей? Роджер, ну? Зачем нам играть в эти игры? Джон, успокойся. Ты же знаешь, я найду ее.
ужин на двоих, шампанское на двоих и моя губная помада на бокале? Затащил тебе в постель какую-то шлюху? За кого ты меня держишь, ты дерьма кусок? Я порешу тебя раз и навсегда. Такие шлюхи, как ты, могут дурачить Роджера, но не меня. Боже мой. Роджер, я разделаю тебя, как ту шлюху в ресторане. Я порешу тебя.